херня полнейшая. Я ничего не понимаю. Допустим... Декарт, заткнись, я не хочу слушать, как ты в Доки-Доки играешь. Так. Так. Нет, я слишком тупой, я ни хрена не понимаю. Эта херня вообще как идет? Я не понимаю. То есть вот капюшон. А, блин. Вот капюшон идет, и что с ним дальше происходит? Куда он? Что за хрень? Ладно, похер. Нарисую, как нарисовал Викифор. Мне насрать. Я ничего не умею. Я не понимаю, что это за херня. Что ты... Что ты тут вообще сделал? Что за хрень? Ой, забыла эту штучку здесь сделать. Круто. Понятней не стало. Мать твою. Как это вообще выглядит? Я ни хрена не понимаю. Драный плащ. Так. Как начать рисовать эту хрень? Я не понимаю, как здесь начинается этот плащ. Поэтому сделаю рандомную херню, на самом деле, вообще. И что дальше? Ну, дальше Викифор нарисовал какую-то такую херню. И дальше вот так. Это похоже? Хрен знает. Ничего не понятно. Ладно, держи свою шею. И что там дальше у нас? Так, что ли? Я не понимаю просто. Ну, наверное, это имеет смысл, потому что вот так должно идти. Значит, вот так еще. Наверное. Ох, черт побери. Нет. Не-не-не-не-не. Это выглядит как-то не так. Подожди, ты все это верни сюда назад, эту шею гребаную его. Что за хрень? Я не понимаю. Дичь какая-то. Эта херня идет настолько низко. Так, что ли? Тогда получается, где плечо? Что с плечом-то происходит? Или оно... Я не понял. Что будет происходить с плечом? Вот это, что ли? Что за дичь?
Иди сюда еще раз. Что тут происходит вообще? Блять. Я ненавижу автора. Это выглядит неправильно все равно. Что мне делать? Ладно. Значит так. Я не понимаю. Нет, пропорции у нас разные. Мы с Викифором рисуем по-разному. У меня ничего не получится. Я не смогу тупо срисовать. Я не могу обвести. Так. Я... Тупой. Я точно делаю что-то не так. Ладно, заново. Что это за жесть? Я, наверное, понял. Ладно, нет, я не понял. Капюшон закрывает только заднюю часть головы. Жесть. И тут я заметил, что у меня есть еще одна проблема. Вот это. Что за хрень? Я... Не понимаю. Ладно, дальше. Мне кажется, у него эта херня. Типа. У него оно вот так идет. И. Я вот не понимаю, что это за штука. Что это вообще такое? Я тупой слишком. Ну ладно, тут плащ идет. И у этого плаща есть как бы вот эта вот херня еще. Ладно. Тогда... Держи шею. Так, как же я там хотел сделать? У него, в общем, плащ идет как-то так. Наверное. У него эта хрень чуть темнее. Но это все равно пипец как сложно. У него плащ, по идее, какой-то он открыт у него. Вот те две эти штуки. Дальше вот так. И... Да. Вот эта хрень. Честно, я не понимаю, что это. Нет, подожди. К черту эти штуки. У Викифора нет их. Что за срань? Так. Где его плечо? Нигде. У него нет плеча. Что тогда будем делать? Я ненавижу свой стиль рисовки. Просто ненавижу. Он все портит. Из-за него ничего не понятно. Если бы я рисовал как Викифор или вот этот чел, у меня бы все давно получилось. Ладно, остается только одно. Прятаться и больше никогда не разговаривать с Тхеном.